Всем привет! У нас поступает в продажу Discovery Sport 2019 года. Автомобиль, можно сказать, капсула времени. С 2019 года один владелец. Не бит, не крашен. Весь обслужен. 25 тысяч пробега. Красивые фонари. Sport. Белый цвет. Бесключевой доступ. Сзади у нас стеклоподъемники. Комбинированный салон. Подстаканнички. Потолок у нас черного цвета, два ключа и ключ вебасты. Бесключевой доступ спереди, все стеклоподъемнички, центральный замок. Как выглядит водительское сиденье. Нигде ни заломчиков, ничего нету. Здесь у нас дополнительное управление крышкой багажника электрической. 25 тысяч 300 километров пробег. Камера заднего вида у нас с траекторией присутствует. Климат-контроль, обогрев лобового стекла, полностью режимы движения, выбор бездорожья. Также у нас шайба с электропередач, управление отдельной камерой, парктрониками, настройками, мультимедиа с CarPlay. Здесь управление светом, пассажирское сиденье также у нас в безупречном состоянии. Дополнительные розеточки USB, AUX, все присутствует. Нигде ничего не поцарапано, не подрано, не сломано. Автомобиль весь в заводском исполнении и состоянии. Реально очень хорошее состояние, состояние руля просто. Ну, как только что из салона автомобиль выехал. Действительно, реально любые проверки, диагностики, на все готовы пройти. Автомобиль в Москве готов к продаже.